Всем привет! Если вы впервые на моем канале, то знайте, что здесь я рассказываю о своем новом BMW X7, Land Rover Velar, снегоходах, квадроциклах, гидроциклах и так далее. Все то, что я брал новое с салонов, я показываю, как это работает, как это ломается, как эксплуатируется, как дилеры реагируют на гарантийные обязательства. Итак, Германия. Сегодня 27 марта 2022 года. Заправился дизелем. Смотрим. Стоимость 2 евро, почти 15 центов за литр. Получается, я заправился на 124 евро, почти 58 литров. Делайте выводы, господа. Все, кто говорит, что в России бензин дорогой, нет, товарищи, он у нас в России недорогой. Ну и по поводу того, что тут какой-то ажиотаж, люди там протестуют, все такого. Нет, я такого не замечал. Люди как заправляются, так и заправлялись и так далее. И ездят, и быстро ездят, и на автобанах в Германии гоняют. Те, кто знает, что без ограничений по 200 и так далее километров в час. Так что в Европе все спокойно, терпят, все нормально. Так что им, похоже, эти цены по барабану. Вот такой короткий ролик хотел показать. Может быть, кому-то интересно. Актуальная цена на сегодняшний день топлива в Европе. Все, на этом подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, кому как интересно. Всем пока!